Активисты Одинцовского отделения «Единой России» проверили ход капитального ремонта многоквартирного дома номер 12 по фасадной улице в Лесном городке. Инспекция прошла в рамках реализации партийного проекта «Школа грамотного потребителя» и отработки наказов народной программы. В этом году здесь проводят работы по утеплению фасада с применением бескаркасной системы, монтируют специальные трехслойные панели, выполняют ремонт или замену фасадного газопровода, а также внутридомовой газовой разводки. Работы ведутся в соответствии с необходимыми строительными стандартами.